Я все время вспоминаю, как я приехала, и я смотрела вокруг улицы, были такие чужие, город был такой большой. Я не понимаю, что назад, я как мне в нем жить, сколько вообще всего позади, сколько еще впереди. Я одна так всего скажу, это счастье. Мы же выжили. Сколько опыта, столько и свежих ран. Иди дальше, слышишь, и не жалей. В общем, всем здрасте. Те, кто не знает, я Асти. Мои фэны и близкие люди со мной, и я не позволю упасть им. Кстати, для тех, кто ждет третий куплет, я могу вам и сама зачитать рэп о первых местах в топ-чатах, к примеру, и о том, как Сюр перешел в трэп.